Всем привет и здравствуйте! 25-й ролик из марафона по группе Super Junior. Называется Magic, магия. Все ссылки на экране. Подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки. И мы начинаем. И опять же, дорого-богато. Посередине бочка, которая не сильно сжата, она достаточно живая и слышна комнату. Плотный такой густой бас, яркие гитары такие достаточно тонкие. Ну и парни, которые могут и умеют, как обычно. Но действительно, колдунство настоящее, волшебство. Все звучит, все слышно, и при этом и плотно, и в меру ярко. Ну, что еще сказать-то? На 25-м ролике я уже понял, что плохого мы тут вряд ли что-то услышим. Ну, маловероятно. Какие-то косяки со звуком не пройдут. А медные духовые добавляют немного торжественности и яркости, а также делают все еще немного более дорогим. Да и в целом хочется похвалить того, кто продюсировал, собирал все это, сводил и так далее. Но я на протяжении уже большей части марафона буду продолжать говорить, наверное, одно и то же, потому что чем дальше, тем лучше. Там еще не за горами манго, ну, как не за горами, это почти в конце будет, но до этого тоже дойдем. На басу там в конце настоящее раздолье творится, просто и слэпы, и попы, перкуссионные какие-то вот призвуки там, и пальцами медиатором вообще великолепно. Ну,
записано, фантастически сведено, невероятно. Парни Супер Джуниор гармонизируют между собой, просто отлично. Все, список бустеров на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищи, друзья, друзья, интюб, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока тепловая смерть вселенной не разлучит нас, пока я тут не зажарю заживо в помещении и так далее. Спасибо вам. Далее, бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если вы смелые, ловкие, умелые, хотите стать таковыми. И поддержать каналы, соответственно, и так далее. Кроме того, что у нас есть? MP Reviews, K-Pop Новости, MP Entertainment Музыка, Телеграм-канал Хаплокация, по-прежнему Максим, и я не говорю вам прощай, говорю до новых встреч, пока.